Ни одной ямы на тротуаре не останется, а возникающие в процессе работ строительный мусор обязательно уберут, пообещал подрядчик, который занимается ремонтом на улице Коммунаров. Сейчас обновление дошло уже до перекрестка с Одесской. И саму дорогу, и всю пешеходную асфальтируют и устанавливают новые бордюры. Сегодня рабочие занимаются только утрамбовкой основы под покрытие, пока после дождя еще не все просохло. Как только закончатся дожди и высохнет основа, продолжат работы по асфальтировке, чтобы полностью выдерживать требования к технологии. Как ведутся работы, проконтролировал лично глава Краснодара Евгений Первушов. Если мы берем ту сторону Коммунаров, то остаются такие провалы в асфальте. Да? Это, я так понимаю, те работы, которые вы еще будете выполнять дополнительно. Да, совершенно верно. Ни одна, ни просадка не останется, ни провалов, ничего не будет. Хочу сказать, что нас контролирует муниципальная служба, две лаборатории, федеральная лаборатория подключилась. Поэтому все работы, которые мы осуществляем, идут под полным контролем лабораторий независимых трех. Поэтому ничего, сомнений быть никаких не может. Горожане пожаловались, что на газоне на Коммунаров скопился строительный мусор. Подрядчик заверил, как только закончат с тротуаром, все будет убрано, газоны приведут в порядок и высадят траву. Все работы планируют закончить к 1 сентября.